Вот у меня вопрос. Какие перспективы вообще в тоже запрете никабов? Потому что это полное закрытие лица. То есть мы не знаем, кто может быть за этим никабом. Это может быть какая-то спящая ячейка террористическая. То есть есть ли вообще перспективы запрета отмены никабов? Как вот вам надо обратиться в Государственную Думу, которую я вчера не так назвал. Позавчера, вернее. Поэтому я ее так и назвал. Ну, я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей. Вот эта задача Госдумы – принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт. Кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коли мы завозим сюда людей, это отдельная тема, надо, не надо, я считаю, что не надо. Вот. Мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие законов должно быть быстрым и оперативным.